Седьмая серия. Москва, Иркутск. Здесь Впереди тоже будут мобильный пост ДПС, контроль разметки. Битые файлы. Ограничение 90. К сожалению, СИМ попадает как раз в тот участок, когда... Ну, в общем, проезд через СИМ не получился. На видео его не будет. Только подъезд и уже за СИМом участок. Это перевал через Уральские горы, трасса Урал М5. Ну вот, вроде бы битые участки проехали. Позади остался СИМ. Очень красивое место. Но, к сожалению, вы это не увидите. Да, СИМ лучше всего проходить в светлое время. По одной полосе в каждую сторону. Крутые повороты, спуски, подъемы. В темное время суток, и тем более, если дождь или снег, это довольно-таки тревожно. И эти что-то замолчали в салоне автомобиля. Впереди слева высота могильная 439 метров. Так, день клонится к закату.
Так, Кропачева. Да что ты будешь делать с этим соседом долбаным? Кропачева, вот место, о котором я уже неоднократно говорил в прошлых видео, и место для ночевки, отдыха, для стоянки хорошее, плюс ко всему достаточно много услуг оказывают на этом участке. Ремонт радиооборудования, купить можно необходимое. В прошлых видео я об этом говорил. Так, Рапачёва осталось, был поворот, наверное, на видео заметили. Левый поворот к поселку городского типа Кропачева. С левой стороны по ходу впереди населенный пункт Ишимбаева. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Ну, контроль за трассой ведется мобильными постами ДПС. Но, тем не менее, участок довольно-таки сложный и, к сожалению, многие нарушают правила дорожного движения. Так, Усть-Катав с левой стороны. Заторы большие на трассе. Ремонт, строительство дороги расширяет, по всей вероятности. Нет, ремонт. Впереди мост через реку Катав. Для рыбаков неплохие места.
для дикой рыбалки. Железнодорожная станция в Усть-Катаве. Пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Этот участок – перевал через Уральские горы протяженностью порядка 200 километров. Один, на мой взгляд, из самых опасных и тяжелых участков федеральных трасс. Интенсивность движения достаточно высокая. Очень много ДТП происходит на этом перевале, особенно, да, во все времена года. Чего особенно? Слева и справа, насколько хватает карты, лесные массивы. Но места невероятно красивые. Давно, по всей вероятности, назрела необходимость расширять трассу. Но, как видно, условия очень тяжелые, очень дорого будет стоить. Но, тем не менее, об этом нужно уже задумываться. При такой интенсивности движения, особенно в зимнее время, когда впереди тихоход, порой не может сдвинуться с места. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Справа по ходу Юрюзань, но перевал через Уральские горы
Вы можете посмотреть. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. В разные времена года, и весной, и летом, зимой, и осенью, на других видео это заснято. Повторю, что справа Юрюзань, железнодорожная ветка, станция Юрюзань. Очень красивое место, очень красивое. Просто нужно это видеть своими глазами. Погода пасмурная, слегка пасмурно, уже зажигаются фонари дорожного освещения. Но вот с правой стороны поворот или развязки, это Юрюзань. Мы проехали, чуть раньше это было. Впереди плохая дорога. Ограничение 80. Ну, по сути, Юрюзань осталась позади. Очень высокая нагрузка на трассу на этом участке, на перевале, очень высокая. Есть путь через Пермь, Тюмень, как альтернатива. Но многие предпочитают двигаться через Уральские горы. Так, ну небо стало серым, солнце спряталось за горизонт. Вдоль трассы есть места для ночевки, для отдыха. Мест достаточно много. Я бы не рекомендовал преодолевать перевал Уральские горы в ночное время.
ночное время, да еще в непогоду. Имею в виду, когда осадки, что зимой, что летом. Справа впереди Катав, километров через 5, наверное. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Катавка. С правой стороны Катавка, населенный пункт. С левой стороны, походу, Рудничный. Еще дальше с левой стороны Бакал, населенный пункт. Усть-Катав проехали раньше, это просто Катавка, населенный пункт. Свинцовые такие тучи серые. Слегка накрапывает дождик. Ну, дождиком назвать сложно. Так, брызги небольшие. Далеко впереди
с левой стороны Садка, населенный пункт Садка. Тоже очень хорошее место для рыбалки, я думаю. Или Садка, или Садка. Не знаю, как ударение поставить. Поворот на Садку будет место, где можно остановиться на ночевку, на привал. Может быть, даже заехать в сам поселок. Поселок или поселок городского типа, не знаю. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. И слева, и справа, повторю, огромные лесные массивы. Темнеет достаточно быстро. Впереди будет мост через Черную речку и левый поворот за ней на Садку. Очень хорошая разметка, ровное полотно дороги. Ну и скорость движения тоже вполне приемлемая. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Левый поворот, Малый Бердеж.
освещение на трассе М5 Урал нет, только вблизи заправочных станций и каких-то развязок, имею в виду повороты. Да, в плане безопасности дорога, конечно, требует более пристального внимания тех, от кого это зависит. Ну вот пошел, ну не пошел, а морось, по всей вероятности, усложняет движение, слепят встречные автомобили. Видимость не очень хорошая. Да, нужно иметь хорошие дворники. Впереди плохая дорога. Ограничение 70. Несмотря на темное время, движение, интенсивность движения достаточно высокая. Вот хорошие придумали будильники на дороге, проезжая через которые стряхивается автомобиль. И если вдруг водитель задремал, это приводит немножко в чувство. Совсем стемнело, слепят и встречные автомобили, слепят и от мокрого асфальта. Отблески тоже не улучшают видимость. Временами разметку вообще не видно. Заканчивается 8-я серия.
совсем немного не доехали до развязки на Златоуст. Но это будет в следующей серии. В свете фар видно гармошку дороги. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Кимень, хоть глаз выколи. Ну, до развязки на Златоуст. Первая развязка, первый поворот на Златоуст, не доехали буквально километра два. Далее будет еще одна развязка, но это уже в следующей серии. Если бы не разметка, вообще трудно понять, где находишься. Ну, все, на этом заканчиваю комментировать восьмую серию. До следующей серии.